Все болезни от нервов, все нервы от мыслей, все мысли от того, что вам не пофиг, а зря. Первое правило при болезни – не вздумайте гуглить о болезни. Никогда. Паника – это половина болезни. Спокойствие – это половина здоровья. Терпение – это половина выздоровления. Заниматься своим здоровьем нужно не за 3 дня до смерти, а за 3 года до начала болезни. Люди, которые не могут найти время для отдыха, рано или поздно будут обязаны найти время для болезни. Когда заходишь в онкологический центр и видишь людей с потухшим взглядом, понимаешь, что деньги, побрякушки, непонимание, обиды – все это теряет всякий смысл. Главное в жизни – здоровье. Здоровье не всегда приходит с помощью медицины. Большая его часть приходит от душевного спокойствия, мира в сердце и душе. Оно приходит от смеха и любви. Лучшее лекарство от болезней – хорошее расположение духа.